Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру Stray. Итак, мы с вами в прошлой серии прошли аж две локации, получается. Канализацию и робовейник. Принесли цветы роботу. И мы идем на самый верх. Нам здесь, по идее, больше делать нечего. Воспоминание вроде как здесь было одно. И мы с вами его нашли. Это вот было воспоминание. Идем наверх. Все, нам здесь делать нечего. Мы с вами идем искать Клементину. Она вроде как нам должна быть помочь. Очередной город какой-то. Использует предмет. У меня ничего такого нет. Так, сразу посмотрим по воспоминаниям. Да, есть глобальное. Вроде как какой-то вагон метро. Здесь еще дофига, кстати. Лампа, телевизор, робот сидит. Какая-то стена, опять-таки, какой-то диван или кровать. Это вообще не пойми, что такое. Какая-то надпись. Какой-то телевизор. Это, кстати, на улице объявление. И картина, получается, будет, да? И какой-то столик. Ну, получается, здесь, кстати, дофига этих воспоминаний. Надо бы попытаться найти все. А, ну вот и глобальное мы с вами нашли воспоминания. Да? Да. То есть глобально они идут по сюжету. Ты их по-любому не пропустишь. Смотри, станция метро. Я совершенно забыл о существовании этого вида транспорта. На нем можно было доехать до любой точки города. Люди ездили на нем на работу. Я тоже ездил. Каждое утро попрощавшись с семьей. Я помню. Я делал это для них, но их уже нет. Это было так давно. Они хотели видеть аутсайд. Но разве это теперь имеет значение? Что с ними стало? Что стало со всеми? Я думаю, нам в этом надо будет разобраться. В любом случае, мы уже недалеко от Митауна. Давай найдем эту... Да-да, Клементина. У нас есть ее фотография. Давай покажем ее некоторым из здешних компаньонов. Может быть, они направят нас по правильному пути? Да, видите, глобально, получается, они идут по сюжету. Ты их 100% не пропустишь. А вот все остальные, это уже сюрпризом, так сказать. Это надо искать. Здесь не запрыгнуть? Ну ладно. Вдруг там был какой-то секрет? Припрыжку. Нет, туда надо что-то вставить. А, мы, скорее всего, наверное, потом на нем поедем. На этом поезде. Возможно, Клементина нам в этом вопросе, конечно, поможет. Ну, здесь я больше, в принципе, ничего не вижу. Можно идти.
Да, открывает, видишь, получается, туннель, и мы тогда с вами сможем поехать. Понятно. Ищем Клементину, она нам помогает поехать дальше. Вот, кстати, выход. Да-да-да, точно. То есть, получается, это как бы все. Нет, туда не хочет, кстати, прыгать. Перевести. Метро закрыто из-за связанных с пандемией ограничений. Вход воспрещен. Любое нарушение правил может привести к длительному тюремному заключению. Опа, воспоминания. Здесь так много книг. Наследие теста Тьюринга. Этика искусственного интеллекта. Я узнаю некоторые из них. У меня была библиотека. Помню, ничто не могло сравниться с запахом книг и переворачиванием страниц. Это было такое комфортное ощущение. Читать книгу — это как провести время с кем-то. Отлично, хорошо. Осталось, получается, 5 воспоминаний. Лучший друг кота. Так, познакомиться. Ледок. Понятно. Ледок молчулек. Я тебе музыку сменил. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Это кто? Кто-то непонятный, но явно недоброжелатель. Разыскивается Клементина, нарушитель порядка, аутсайдер, мятежник. Просьба сообщать, если увидите. Так ее разыскивают. Я о тебе уже 5 раз говорил. Ёж, нельзя здесь бегать. Это опасно. Эй, впервые вижу такого робота. Ты такой пушистый. О, это девушка, которая находится в розыске, верно? Спроси кого-нибудь еще. Я слишком занят, приглядывая за Ёшем, чтобы что-то знать. Ёж, слушайся папу. Не беспокойся о мусоре, корпорация Нека обо всем позаботится. Так, ну там уже все знаем. Пожалуйста, представьтесь. Или вы сотрудничаете с нами, или нам придется отвезти вас в тюрьму и перезагрузить. Пожалуйста, оставьте меня в покое, я не тот, кого и вы-то ищете. А если тебе нужна Клементина, уверен, что она прячется в резиденции. В резиденции? Что за резиденция? Блин, ну здесь напрашивалось воспоминание какое-нибудь. Прям 100%. Или здесь можно прятаться, получается. Ага, ведерко. Ведерко можно будет спуститься сюда. Но как попасть туда... Пока вопрос. Доступ к нижнему уровню ограничен в связи с угрозой органической жизни. Просьба держаться подальше от этого места. О, тут какой большой город-то.
Мидтаун. Кошачья дорожка. Получено достижение. Эй, я ухожу на работу. Пока. Пока, дорогой. Осторожнее со стражами. Они постоянно хватают всех без причин. Не переживай, детка. Все будет хорошо. Ну? Ты же на работу идешь. Открывай дверь. Так, попорчу немножко я диванчик тебе. Ты не против, товарищ? Отлично. Вот я думаю, если завтра я заменю одну руку на другую роботизированную руку, а послезавтра и вторую руку тоже, а потом и корпус, и так далее, пока не заменю все части и не обновлю программное обеспечение, буду ли я тем же роботом, с которым ты сейчас разговариваешь? Вряд ли. Привет, что ты мне показываешь? Куча людей, которых я не знаю. Думаю, они живут в огромном жилом здании дальше, на окраине города. Делай с этим что хочешь. Как скажешь. Корпорация Нека, мы работаем день и ночь, собираем отходы, отправляем их вниз, где они перерабатываются и используются повторно. Кстати, мы уже давно не получали новостей от нижних этажей. Классная фотография. О, это адрес на обороте? Первый символ улица, затем идут этаж и номер квартиры. Найдешь без проблем? Так, подожди, дружище. Осмотреть. Ага. Ну, показать. На этой фотографии изображены Клементина и Балтазар. Он сказал мне на ее найти, она одна из аутсайдеров. На обороте фотографии также написан ряд символов. Ну так прочитай символы-то, ёптыть. Он же сказал название улицы, что там потом, дом и квартира, да? А, этаж и квартира. Адрес. Первый символ улица, затем идут этаж и номер квартиры. Название улицы, этаж, номер квартиры. Еще раз. Короче, какая-то N и какая-то O с палочкой. Этаж третий, квартира пятая. Все понятно с тобой. Ладно, этаж третий, квартира пятая. Вроде все понятно. Прости, малыш, здесь нельзя играть. Завод корпорации Нека не место для такого маленького пушистика, как ты. Доступ закрыт, но это ненадолго. Через несколько лет мы снова откроемся. Класс фотография. Это адрес на обороте? Ага, первый символ улицы, затем этаж и номер квартиры. Найдешь без проблем. А, ну то есть, получается, мы узнали, что это этаж и квартира. Осталось только узнать название улицы. А почему наш робот не может название улицы перевести? Он же понимает их язык. Язык, их алфавит. В чем сложность-то перевести? Робот. Я занят. Чё ты хочешь? Проваливай. Какой ты злюка. Так, ну опять-таки, пока проходимся по улицам. Потом дальше видно будет. Вышибало. Клуб закрыт, проваливай. Да? Ты кто, полиция? Все ее ищут. Я ее не впустил, если ты это хочешь знать. Ну, молодец, молодец.
Этот торговец-мошенник на днях продал мне бракованный аккумулятор. Теперь он притворяется, что не слышит меня, каждый раз, когда я пытаюсь с ним поговорить. Если бы не стражи, несущий патруль, я бы его не запчасти разобрал. Так он вроде как потух. Эдакэ, типа код 2458. Ты смотри, в натуре 2458. Не понял. Что не так, дружище? Почему да не так? Почему неправильно? 2458. Ха, наоборот. Типа код, наоборот. Проверить значок полученного предмета. Значок кота. А могу как-то эти значки вообще посмотреть? У меня есть какой-то доступ к инвентарю, где есть значки? У меня только воспоминания и все. А куда значки деваются? Куда их посмотреть? Опа. Я уже наверх полез. Ну, здесь вроде я все посмотрел. Давай туда сюда зайдем. Security. Нет, не используешь, ну ладно. Ты был в городе внизу? У меня там был друг по имени Фифи. Я его уже целую вечность не видел. Почему-то он фотографии не всем хочет показывать. А уборщик, может быть, знает, кстати. Уборщики могут их что знают. Ну ладно, не хочешь как хочешь. Раньше у меня был бар. Это было самое уютное место в округе. Пока не получил отвертка в колено. Теперь он закрыт. Может, этот парень меня и достает, но он мой единственный клиент. Пожалуйста, постарайся его не спугнуть. Ладно, постараюсь. Ну, что-то пока у нас ни воспоминаний, никакой продвижки вообще. Ё-моё, какой же он большой. Знаешь, Слиппи, работа есть работа. Не стоит ради нее терять голову. Ах, да, Клементина. Она была здесь как-то раз. А почему ты спрашиваешь? Ее адрес на обороте. Когда выйдешь из магазина, резиденция будет справа. Ага. Так, подожди, баночку вижу я. Да не туда ты. Это Фейч. Запомнить. Парикмахерская была эпицентром социальной жизни, где собирались люди.
Они общались, рассказывали анекдот, делились секретами. Это было веселое место. Компаньоны поддерживали работу парикмахерской даже после исчезновения людей. Оказывается, волосы не обязательный атрибут успешной парикмахерской. Так, это, кстати, третье из воспоминаний. То есть мы где-то пропустили второе. Так, а можно мне как-то... Ладно, мы, скорее всего, здесь сейчас ничего не увидим, поэтому давай спустимся вниз. Ага. Но опять-таки, это какая-то квартира. Ой, какое странное чувство. Сидит без головы. Направо. К сожалению, магазин закрыт. Я жду парней службы доставки, но, похоже, они не торопятся. Что это за фотография? О, я ее знаю. Она из тех, кто одержим аутсайдом. Это самый модный магазин в Мидтауне, но его владелец постоянно на всех ворчит. Какая красивая фотография. Это адрес на обороте? Ага, первый символ улицы, затем этаж и номер квартиры. Найдешь без проблем. Да я как бы уже нашел, считай, почти. Считай, что почти уже нашел. Так, опять-таки выход на улицу. Ты один из тех молодых панков, которые целыми днями слушают громкую музыку? Ничего не трогай, не шуми, не проси ничего в кредит. Это кто? Их одежда выглядит ужасно. Если они хотят выглядеть модно, пусть заглянут ко мне. Украсть куртку? Я понял. Его надо как-то отвлечь. То есть мне, скорее всего, куртка потом пригодится. О, гитара. Ага, я понял. Вставляем кассету. С громкой музыкой. Он приходит сюда, я ворую жилетку. Все логично. А вопрос, где взять кассету? Я пока не находил. Так, ну эту часть мы тоже все посмотрели вроде бы. Извини, чувак, но ты мешался. Не открывают? Ну да ладно. К черту стражи, да здравствуют аутсайдеры. Ага. Ну допустим. Не попасть. Тоже не попасть. Ясно, не пускают. Прочь, кыш-кыш, прочь.
Так, ну где тут нигде не пройду. Угу. Роботы спокойно пролетают. Знаешь что, дружище, держись подальше от стражей. Они такие жестокие. Схватили моего приятеля Пабло, посадили на 350 лет, так что будь осторожен. О, Клементина, на твоем месте я бы ее не искал. Когда стража ее поймает, лишь вопрос времени. Но если будешь спрашивать и дальше, то в конце концов ты ее найдешь. Просто знай, что тебя ждут неприятности. Я только что прошел мимо лифта, и на меня накричали стража. В течение многих лет мы говорили, что поверхность непригодна для жизни. Мы просто принимаем это как факт, но почему? Что это? О, какая чудесная фотография. Она кажется знакомой, но я не уверен. Мой жесткий диск слегка глючит в последнее время. К сожалению, не могу тебе помочь, спроси кого-нибудь еще. Чем могу тебе помочь, шеф? Ты не можешь платить мне реальными деньгами? Вообще-то нет. Ну и чё, я сюда пришел? Чё-то как-то по воспоминаниям у меня тоже у нас не густо. Так, где я еще не был? Туда попасть я не могу. О, здорово. Ой, да ладно. Спать легли. Ложись. Тоже поспи. А, это прикольно. Ладно, пойдем. У нас много дел. Ой, потягушки сделал. Отлично, красавчик. Прикинь, забил. Я пытался скачать аимбота, чтобы стать лучшим в этой игре, но в итоге получилось вредное ПО. Не знаю, почему сейчас все выглядит странным. Класс, фотография. Кажется, я видел эту девушку раньше. Она искала информацию о всяких очень старых машинах. Странно. Я освоил все игры, которые когда-либо существовали, но не могу понять, как это работает. Может быть, я не вижу всей картины. Кажется, я видел эту девушку раньше. Она искала информацию о всяких старых машинах. Понятно. Так, подожди. Чего тебе налить, маленький сэр? В твоих маленьких глазах наш мир должен быть оказаться огромным. Хотел бы я быть таким же крошечным, как ты, чтобы исследовать новые тайные места. Так, видел. Она живет в резиденции, не так ли? Да вроде как говорят, что так. Не знаю, Тонин, мне почти все нравится. Класс, фотография. Понятно, все то же самое. Мой любимый напиток — масло. А твой мемот? Классная фотография. Ну что-то как-то у нас пусто, ребята.
Ни кассеты. Ничего нету. Пусто, пусто, все пусто, ничего нет, куда идти. Какая-то резиденция, какая резиденция? Вопрос. Так, ну здесь я был в парикмахерской. Пришел вроде бы я отсюда. Да, отсюда. Круто сейчас, да? Расслабься, я думаю, ничего плохого с ней не случится. Ага, я знаю ее, я часто ее видел. По-моему, она живет где-то здесь. Она всегда говорила о том, чтобы уйти из города. Не понимаю, это прекрасное место, зачем уходить? Свистит. Ну и че мне толку от того, что ты свистишь? Ага, так, наверное, примерно где-то здесь она и живет. А тут есть название улицы как-то? А, название улицы, кстати, есть. Вот это вот название улицы, но это явно не та улица. Ну, давай здесь пообщаемся с людьми. Эй, тупица, мы тоже тебя видим. Эй, это наша кассета. Раз ты не знаешь, что ворвать нехорошо. Могу дать тебе одну, но тебе придется кое-что сделать для танцоров Дженма, Мико и меня. Стражи установили 3 камеры наблюдения, чтобы следить за нами. Нам это очень не нравится. Поможешь нам избавиться от них? 3 камеры. А, понял. Понял. Сейчас постараюсь. Нам очень скучно с тех пор, как стражи установили камеры в резиденции. Ладно, ладно, я вас понял. Непонятно пока для чего жилетка. Но он уже мне даст одну. Это хорошо. Что значит, ты забыл свой лист персонажа? Я потратил целую неделю на подготовку сеанса. Прости, я забыл, куда его положил. Ну ладно, давай играть. Я пойду в ту пещеру. За мной. В какую пещеру? В ролевую игру, что ли, играют? Но 2 камеры я видел, а 3-ю пока еще не нашел. Что за шум? Я смазал все свои подшипники в прошлом месяце. Подшипники в прошлом месяце он смазал. Наверное, надо идти... Хотя нет. Тут бы как-то запрыгнуть. Хотя, наверное, я запрыгну сюда. Давай сюда. Сюда. Ага. Ну, я не виноват. Она сама. Не крепкая. Плохо поставили. Чем тут моя вина? Моей вины здесь нет. Прятки. Класс. Может быть, кстати, придется от кого-то прятаться. Типа от этих самых ботов. Скорее всего. Скорее всего. Потому что что-то очень много тут их наставлено. Прям очень много.
Все? Задумался. А где еще одна? Вы сказали, их было три. А, все, вижу я. Все, все три. Пошли еще повыше зайдем. Что-то как-то с воспоминаниями совсем не густо. Только сколько мы нашли? Два? Ну, не считая основного. Всего лишь два. Это мало. Ты кто такой? Четвертоногая, издающая милые звуки? Мне нравится эта концепция. Там сзади есть адрес. Это же здесь. Все, это здесь. Мы нашли. Третий этаж, пятая квартира. Но я пока к ней не пойду. А, так там уже разгром полный. Ну, пойдем сходим, чё бы нет. Все равно скоро уже заканчивать серию надо будет, так что... Посмотрим, что там есть такое интересное. Да запрыгни ты на стол, ну. Ничего интересного. Ты кто? Я думала, ты стра... А, неважно, кто ты? Чё ты хочешь? Погоди, значит, с Балтазар наконец-то решил кого-то послать? Я полагаю, ты мой новый рекрут. Какой-то ты маленький. Как ты вообще выжила в канализации? Кажется, находчивости тебе не занимать. Я ищу путь в аутсайд с того момента, как ушла из робовейника. Но стражи всегда начеку. Теперь, когда ты здесь, ты можешь мне помочь. Следуй за мной. Ты что, коноплю выращиваешь, что ли? Сколько тут всяких растений. Я пока похожу. Может, что найду? Какие-нибудь воспоминания, в конце концов. Сколько уже можно-то? Нужны воспоминания. Опа. Неспроста ящик что-то открылся, да? Да куда ж ты спрыгиваешь-то, дружище? Надо наверх. Так, ну это лежанка, поспать. Еще одна очередная. Прикольно. Ну и зачем я эти лежанки нашел? Ты все, вышел? Ради лежанки? Может быть, за лежанку тоже дают какую-то ачивку? Я уж давно разрабатываю план использования старого поезда. А, это я увидел. У меня даже есть ключи, чтобы его запустить.
Чтобы привести его в действие, нам нужна лишь атомная батарея. Я знаю, что корпорация НЕКО на заводе есть одна из них. У меня есть агент, который может помочь нам внедриться в их ряды. Я не знаю его имени. Это робот в куртке-бомбере с золотой цепью на шее. Передай ему это сообщение. Так, робот в куртке-бомбере с золотой цепью на шее. Такому маленькому и быстрому, как ты, будет легко прокрасться на завод. И последнее, не стесняйся обращаться за помощью. Город полон информации. Только держись подальше от стражей. Отыщи атомную батарею, помнишь манифест аутсайдеров любой ценой. Найди агента корпорации Нео. Угу. Ну, в принципе, все пока понятно. Жилетка как раз, скорее всего, этому агенту и потребуется. Поэтому давайте сейчас возьмем кассету, ребят. Они мне как бы должны теперь. Должок надо возвращать. Эй, кажется, у Саймона есть кое-что для тебя. Я знаю. Молодец, не думал, что у тебя получится. Вот, держи приз, это заслужил. Спасибочки, я пошел за жилеткой. Я уже целую вечность жду, когда Ступлачи вернется и поможет мне пополнить запасы шляп. Босс очень недоволен. Если этот парень снова балду гоняет в баре, ему не поздоровится. Так, это он как раз ищет того, который нужен мне. Задержанный не Клементина. Продолжать поиск. Так, ну для начала давайте мы сейчас воспользуемся. Может, кстати, где-то здесь? Да нет, не здесь. Ну, поехали. Я украл жилетку, я красавчик. Так, ну и где мне его искать? В желтом бомбере. Одного нашел, надо найти второго. Который с цепью. Он говорит, в каком-то баре. В каком баре? Откуда ты это взял? О, ты из Outside? Мой агент? Итак, вкратце про атомную батарею. Батарея питает завод корпорации НЕКО, вон там. На его территории закрыта и усиленно охраняется. Они проверяют абсолютно всех и пускают только тех, кто там работает. У меня есть идея. Принеси мне куртку рабочего и каску рабочего. А я пока побуду здесь, чтобы вычислить подходящий момент для прохода. Каска теперь тебе нужна рабочего. Класс, а где же мне ее надыбать-то? Каски-то я и не видел. Тут есть вообще смысл по вторым этажам-то ходить?
Да не того потёрся-то. А где же мне взять каску-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Заходить в магазин нельзя, когда там пополняют запасы. А что, насколько комплект эти двое, там можно нет кучу времени. А, вон ну как. А у тебя есть другой способ, дружище, попасть к тебе? Ну, каску, скорее всего, я у него возьму. Да, каску я вижу. А. Ступачи в баре. А, в баре это вот этот, получается, сидит. Ступач. Да? Нет, это другой. Подожди, был какой-то еще бар. Был какой-то еще один бар. Но смотри, где-то должно быть какое-то воспоминание. Между вот этим и вот этим должно быть еще вот это вот. Это какая-то вывеска, кстати. Но я пока такую не встречал. В баре. Где же бар был? Я точно помню, он был. А вот где был, я не помню. Нет, там ничего нет, 100%. Может, сюда? Какой-то должен быть ступачи. Немут. Тони. А, ну вот он получается. Класс. И что мне с ним делать? Ящик на него скинуть, что ли? Серьезно? Ну, хотя ему там ничего не повредит. Во. Иди на работу. Пойдем, я прослежу, чтобы ты дошел до рабочего места. Давай. Так, это не я был. Да все, он уже извинился, давай. Тащи меня. Спасибо. Отлично. Доставь тоже мне на пол. Все, спасибочки. Замечательно, я и вышел. Так, каска есть, все есть. Вопрос. Где же мне найти это воспоминание? Оно должно быть явно здесь. Я не помню этой квартиры вообще. Thank you.
Здесь ничего такого нет. Но здесь я был, я воспоминания здесь находил, это все не то. В квартирах в каких-то. Ну, как вариант, конечно. Но туда же не попадешь, квартира. Значит, не здесь. Либо все-таки как-то можно верхом пойти, запрыгнуть. Ну, конечно, можно пройтись по квартирам. Но, по-моему, я бегал, и только в одной что-то там произошло, какое-то действие. Лицо, с которым вы пытаетесь связаться, временно недоступно. Тимми, хватит дурачиться. Понятно. Но здесь, скорее всего, вряд ли будут квартиры. Ну, на всякий случай пробегусь, но на третьем этаже точно я все квартиры посмотрел, там не было ничего. Либо все-таки где-то можно бы подняться выше, то есть какими-нибудь прыжками. Нет, тут ничего нету. Все, здесь точно значит ничего нет. Ну тогда я не знаю, я не находил. Не находил подходящего места. Ну, давай пройдемся здесь, посмотрим. Кстати, можно пройтись. Не знаю, чем там занимаются соседи внизу снизу. Эти звуки пилы и молотка меня с ума сведут. Пилы и молотка. Пилы и молотка. Ну, туда явно не попадаю я. Зачем сюда? Опа. Что-то нашел. Да, вот оно. Вот оно, это воспоминание. Какое хорошее место. Чего бы я только не отдал ради того, чтобы вновь почувствовать мягкость подушек или вкус прохладительного напитка. Этот дрон неплохой, но я скучаю по собственному телу. Скучаю по чувствам. Я даже скучаю по боли и голоду. Я знаю, это не поможет, но что если мы задержимся здесь ненадолго? Спасибо, что выслушал меня. Теперь я готов. Вот. А третье воспоминание, все три, будут, скорее всего, уже там, в лаборатории. А, значки у на него вешаются, блин. Еще бы знать, сколько там всего должно быть значков. Здесь два.
И здесь два. Так, ведро, чтобы спуститься. Давай посмотрим по остальным трем воспоминаниям. Ну, явно какой-то, по-моему, скорее всего, завод, да? Это вообще какая-то доска непонятная. Тоже какой-то стол. Ничего похожего я здесь вообще даже не видел. При том, что я вроде как бы уже хорошо все обошел. Ладно, давайте я ему отдам. И мы на сегодня остановимся. Так, не здесь. Принес мне куртку рабочего и каску рабочего, чтобы мы могли войти. Отлично, эта куртка именно то, что нам нужно. Но мне все еще нужна каска рабочего. Ты уже нашел такую? Отлично, каска подойдет. Сейчас переоденусь. Может, отвернешься? Ой, какой стеснительный. Котика испугался. Отлично, немного тесновато в талии, но сойдет. Запрыгивай в коробку, я пронесу тебя через проходную. Ну запрыгни-то, пожалуйста. Спасибо. На крайний случай, даже если мы не найдем какое-то воспоминание, здесь должно быть оно, то мы по-любому сюда еще вернемся. Здорово. Ну что, в принципе, я пришел. Я не могу никуда запрыгнуть, к сожалению. Так, там тупик. А, ну он тупенький. Ладно, не страшно. Главное, я вижу его область. Так, ну тут надо явно запоминать. Ну а что, неплохо, в принципе, да? Получается, смогу его обойти. Ну да. Ну, неплохо пока. Эй, как что здесь? Ты можешь мне помочь? Я потерял ключи от квартиры на этом огромном темном заводе. Стражи отказались помочь. Они сказали, если некуда идти, здесь всегда есть работа. Если поможешь мне их найти, я буду тебе бесконечно благодарен.
Ага. Хорошо. Осталось понять, как туда спуститься, и, в принципе, нормально. Он, скорее всего, сможет меня, наверное, протащить как-то. Вопрос в другом, как мне реально спуститься, я чуть не понимаю. А, все. А там робот. Класс. Тихо. Я мяукнул. Случайно нажал не ту кнопку. Фух, чуть не спалился. Блин, ты можешь перепрыгнуть здесь, нет? Фух, хорошо. Ну, вряд ли туда смогу попасть. Так, подожди, это я открыл себе первый этаж. А зачем? Блин, надо же как-то серию заканчивать, я не могу закончить серию. Блин, спалился по полной. Вот это была жесть. А где этот робот? Он ушел? Так, ну здорово. А, понятно, это надо будет в бочку. Серьезно?
Так, включить. Ну, давай включу. Ох, это, наверное, будет сложно, да? Ага. Мне надо сюда что-то поставить. Тогда я смогу сюда загнать бочку. Ладно, давайте с этой загадкой уже будем решать тогда в следующей серии. На сегодня все, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.